Маша! Маша! Вставай! Работать пора! Что ты сидишь? Опять работать. Вот бы в отпуск. С вами снова Маша, вернувшаяся из отпуска. Я не знаю, как вы, а я очень-очень по вам скучала. И не подумайте, я приехала к вам из отпуска не с пустыми руками, а с весьма интересным и годным контентом, который не сможет оставить вас равнодушным, если вы фанат настольных игр и игровых клубов. Дело в том, что я была в очень интересном городе под названием Геленджик. И когда я отдыхала, мне стало очень интересно, как же там дела обстоят с настольными играми, игровыми клубами и их комьюнити в целом. Так как я большая фанатка настольных игр, как вам известно, мы с ребятами там, конечно же, каждый вечер во что-то играли. Будь то тайны Аркхема, или же забытые боги, или же различные настольные ролевые игры типа Savage World или D&D. Но, как вы понимаете, я к вам приехала не с пустыми руками, а с весьма интересным контентом. Дело в том, что я познакомилась с одним достаточно интересным человеком в этом городе, который продвигает настольные игры в массы, настольные игры, варгеймы. У него есть, собственно, небольшой клуб, а также есть небольшой магазинчик. Если вы хотите узнать о том, насколько сложно делать свой бизнес по созданию магазина и клуба настольных игр, а также просто посмотреть на интересного человека, то милости просим. Это интервью специально для вас. Для меня, ребят, это первый раз, когда я беру интервью настолько самостоятельно, так что пишите ваши комментарии, я буду очень рада конструктивной критике и также вашим добрым комментариям, которые дадут мне понять, что я двигаюсь в правильном направлении. Так что, господа, приятного просмотра и погнали! Всем привет! С вами Маша, Фавхаза Стейшн, и сегодня мы в гостях у Ивана. Всем добрый день! Йоу! Вот, собственно, почему мы в гостях у Ивана? Потому что Иван у нас является основателем и главным руководителем клуба настольных игр в Геленджике под названием «Кот и Ворон». Правильно сказала? Да, все верно. Вот, и, собственно, сегодня мы будем задавать Ване вопросы касаемо того, как можно обосновать свой бизнес в сфере настольных игр, насколько это сложно, с какими трудностями можно столкнуться, и как, в принципе, Ваня пришел к этому увлечению. И, собственно, самый первый вопрос, такой самый стандартный, как ты, в принципе, пришел к увлечению настольными играми? Ну, вы знаете, на самом деле, если копнуть, то можно вспомнить, что и в детстве у меня было множество разных настольных игр, но всерьез я увлекся с момента такого. Я один раз, сидя в интернете, увидел рекламу какой-то необычной, тогда еще для меня незнакомой, игры. Перейдя по ссылке, я увидел сбор средств на игру Серп. Внимательно глянул на эту страничку, все просмотрел. Мне очень понравилось, но я подумал, какой-то подвох. Что-то странное, это настольная игра. Я тогда не поучаствовал в заказе. Чуть позже знакомые познакомили меня с игрой по мирам Говарда Лавкрафта. Поиграв, я понял, что нет, настольные игры могут быть действительно интересны. И позже потихонечку я стал собирать некоторую свою домашнюю коллекцию настольных игр, потихонечку вливая в них новые экземпляры, и тогда я уже поучаствовал в заказе Серпа, вторая волна была. Все-таки успел поучаствовать, да? Да, я все-таки понял, что нет, меня никто не пытался обмануть, и что-то такое непонятное мне. Я понял, что да, это классная просто настольная игра, надо брать, и я не пожалел. И с тех пор потихонечку ко мне добавляются настольные игры. Вот, как-то так. Как твоя семья относится к твоему увлечению? Ну, сначала, как она относилась к твоему увлечению, в принципе, настольными играми, и как она потом относилась к тому, как, ну, после того, как ты уже открыл свой настольный игровой клуб? Вы знаете, каждый раз, когда я пытаюсь объяснить своей семье, чем я занимаюсь, разговор уходит куда-то в сторону, как словно серия про Симпсонов. До сих пор моя семья, в принципе, не понимает, чем я занимаюсь,
А вот моя жена меня поддерживает еще с первых шагов в, так сказать, в этом хобби и в целом в идею клуба. Да, это главное, что именно самый близкий человек поддерживает и помогает. Сколько примерно денег в месяц у тебя уходит на настольные игры? Там, на свою личную коллекцию или на поддержание, так сказать, базы твоего игрового клуба? В принципе, вся моя коллекция уже давно стала коллекцией клуба. Угу. То есть, скрипя сердцем, сначала я подумал, блин, эти же настольные игры. Я хотел их донести через века, чтобы они жили, сохраняли свой прежний вид. Но когда ты начинаешь заниматься чем-то таким, то есть уже думать о бизнесе, думать о чем-то серьезном, то приходится чем-то жертвовать. Mm-hmm. И я, в принципе, недолго думая, счел, что, блин, это настольные игры, в них надо играть, а не на полках их оставлять. И поэтому вся моя коллекция, коллекция клуба, это одно и то же, и пополняется она по мере возможности. Например, у нас на игротеках есть копилка, где участники могут, скажем, благодарность оставить в виде какой-то суммы, и все собранные эти денежки идут на пополнение новыми играми нашей коллекции. Ну и само собой делаем закупки, делаем какие-то поддержки краудинга, да? Вот. Сколько сейчас примерно у тебя таких именно раритетных игр? Не готовился. Да. Запоминать эту цифру? Ну, примерно, ну, вот так навскидку. Ну, если вместе с играми моего детства, я тоже их считаю раритетными, потому что детство уже было достаточно давно. Ну, где-то игр 8, может быть, 10. Одна из них мне особенно дорога, это, наверное, первый, один из первых варгеймов от компании «Звезда», тогда еще «Ледовое побоище», «Гексостратегия» называется. И также я узнал, что в детстве у меня вот было очень много роботов, различных солдатиков от компании нашей геленджикской «Технолог». И позже уже, ну, находясь во взрослом возрасте, я узнал, что это тоже была настольная игра, оказывается. Это был варгейм. Сколько у тебя на данный момент сейчас в клубе игр и каким образом они к тебе попадают? Сейчас мы уже преодолели цифру в 150 игр. Официальные издательства большие уже образцы свои высылали. Одно из первых издательств, кто прям оказал нам такую большую поддержку, я считаю, нужно их упомянуть, это студия 101, санкт-петербургская, кто именно специализируется по настольным ролевым играм. Вот. Они фактически были первые, самые первые, кто оказал нам такую помощь в виде вот образцов, в виде своих настольных ролевых игр. Нет, здорово, на самом деле, 150 игр, это, ну, очень прилично. Ну, насколько я знаю, что у некоторых любителей домашняя коллекция уже больше есть. Да. Ну, да, но все-таки, слушай, это больше сотни игр, которые вы предоставляете людям, и действительно очень большой выбор. Я так понимаю, это в том числе и варгеймы, да? Да, да, обязательно варгеймы. Как думаешь, вот игра в настольные игры, нужно ли полностью в это погружаться, убирать телефон, там, например, еще что-то, чтобы сохранить эту атмосферу? Или, ну, настольные игры — это просто развлечение, там, чисто посидеть по кайфу, там, что-то поесть? Или вот как ты сам относишься к этому, серьезно или вот? Ну, я понял, да, ну тут все зависит от настольной игры, в которую вы играйте, я думаю. Если это что-то такое компанейское, той же самой мафии всем известной, то здесь, я считаю, можно не сильно углубляться в какую-то атмосферу. Как бы оно на той пати-геймы, да, их называют, что это все в между делом играем, веселимся, общаемся. Если же играть в большую настольную игру, которая требует несколько часов игры, то я считаю, что здесь будет уместно постараться уделить ей максимум своего внимания, как будто бы вы в театр уходите. Нужно отвлечься, и тогда вы доставите этим удовольствием не только самому себе максимальное от игры, но и своим компаньонам за этой игрой. Как ты относишься к людям, которые, ну вот, плохо знают правила, вот они ничего не понимают за столом, все такие: блин, что делать, непонятно, такие: вау, что делать? Как ты к ним относишься? Такие люди бывают тоже разные. Некоторые не знают, но хотят узнать. А некоторые не знают и не хотят узнать. Вот они сели, они как бы время им нужно, за каким-то фигом здесь, да, собрались, не понимают, где они, что они. Все мы не знаем изначально новую игру, и все мы ее осваиваем.
Я стараюсь тем людям, кто хочет освоить, я на самом деле в кому-то вижу желание посвятить максимум времени и внимания. Если я вижу, что я объясняю человеку игру, а он находится где-то там, в стороне, о своих мыслях, он думает о том, что у него там белье не постирано дома, там ребенок не покормлен, и вообще долги сейчас, то я даже не стараюсь. Потому что все равно он ничего не слышит, мы будем по ходу игры чуть-чуть что-то поиграем, и, скорее всего, он даже и не вернется к нам, потому что он пришел не на тот вид отдыха. Итак, Вань, перейдем к вопросам касаемо твоего игрового клуба. И, собственно, сколько он существует, твой игровой клуб? Ну, официально можно считать датой основания, я так думаю, запуск группы в ВК. Это январь 2018 года. То есть полтора года получается. Да, где-то так оно и получается. Самой идеи, конечно, больше. Еще можно смело год накинуть. Вот. Как зародилась идея? Почему именно игровой клуб, а не какая-то другая тематика? Первый раз об этой идее задумался с помощью моего друга. Он мне закинул такую мысль, что у нас в городе Геленджике нету ничего из гик-среды. Вот, и тогда я еще жил в Петербурге и уже говорил о том, что я буду возвращаться обратно в свой город, в Геленджик жить, и как раз чем бы заняться, думал. И вот он мне такой идею сказал, и я так, а ведь он верно подметил. И мысль закрутилась, и я решил начать, так сказать, освоение в этом городе гик-культуры с настольных игр. Вот. Так у меня еще есть обязательная идея, это что-нибудь связанное с комиксами, да, с какими-то игровыми консолями, желательно олдскульными. Вот, да. Ты упоминал о том, что ты жил в Петербурге, насколько я помню, ты жил в Петербурге целых 5 лет, но все-таки решил основать клуб именно в Геленджике. Да, ты уже упомянул о том, что тут не хватает какого-то представителя гик-культуры, но почему все-таки не в Петербурге, а здесь ты решил основать? Я понял, да. Но так как я все равно собирался возвращаться в свой город жить, и я понимал, что по сравнению с Петербургом мне бы здесь кисловато в плане отдыха, досуга, я понял, что, блин, я просто банально хочу с кем-то поиграть в свои настольные игры. Поэтому решил сделать свой клуб. Да, да. То есть это было, ну, это было самым ярким таким и важным топливом в этой идее, что я хочу просто с кем-то играть в те настольные игры, которые я купил, а не так, чтобы они на полке отдыхали, да, и пылились. И для этого надо основать клуб, звать туда людей играть, знакомиться, общаться. Потому что если я буду ходить с настольной игрой по городу и говорить, а давайте сыграем с вами, ну, я думаю, у меня были бы какие-нибудь проблемы. Какая-то секта такая игровая, давайте-ка играем. А так вот официально, и туда не боятся приходить и юные игроки с родителями, да, и взрослые уже игроки не стесняются. Они видят, что у нас уже клуб, где нас много, где есть и взрослые, и дети, и все играют наравне. Все свои, то есть перестают стесняться и прям рады тому, что мы есть, к нам приходят, да, то есть как-то так. Как ты привлекаешь аудиторию в свою группу ВКонтакте и свой игровой клуб? Методы самые разные мы и делаем, и находим новые. Как-то все время такой эксперимент. Но в целом я понял, что в любом населенном пункте, ну, если это город, да, хотя бы небольшой, гик-культура есть, но в андеграунде в таком. То есть это люди в подполье, кто играет у себя дома, кто как бы там, кто-то кого-то знает. А в саму группу мы людей сначала, ну это было обыденно, я думаю, зовешь сначала всех своих друзей. Да. Потом друзья друзей. Потом вроде как, ну, попросил еще позвать, и потихонечку вкладывались немножко в рекламу обязательно. Также стараемся делать конкурсы разные, и не только по репостам, да, а именно чтобы к нам шли люди качественные, именно настольщики. Делаем творческий конкурс. У нас был, например, для фанатов того же самого технолога такой конкурс фото, где можно было сфотографировать миниатюрки свои под какой-то историей необычной и описать ее. Ну и стараемся в целом делать конкурсы такие необычные,
интересные и вкладываться в рекламу. Угу. Вот. Как-то так. Ну и плюс, благо того, что у нас есть реальное место, то есть это клуб, это магазинчик. Еще магазинчик. Да, все, кто к нам так или иначе заходят, автоматически приглашаются в группу. Угу. Вот. Сколько у вас сейчас человек в группе ВКонтакте и какая у вас примерно средняя посещаемость вашего игрового клуба? Угу. Ну, на данный момент этого интервью у нас, если не ошибаюсь, 2600 участников. Угу. Вот. И средняя посещаемость клуба где-то от 10 до 20 человек, вот так, то есть оно на самом деле очень варьируется, потому что мы стараемся делать наши игротеки тематическими. То есть у нас mm-hmm. обязательно есть день ККИ, обязательно есть день на сольных ролевых игр, обязательно день есть у нас в варгеймах. Mm-hmm. Делается это с тем, чтобы всем хватало места и было, ну, то, что именно людям нравится, да? То есть кому-то, например, варгеймы не нравятся. Mm-hmm. Вот ему евро надо и все, не надо ему больше ничего. Для них есть тоже день. Вот. Но в целом мы лояльны, и если человек хочет посетить игротеку, он может, так сказать, по заявкам обратиться к нам, чтобы мы принесли игру, которую он хочет из коллекции клуба. Mm-hmm. Вот. И за счет этого где-то такая средняя цифра 15 человек в игротеку, но порой она доходит и до 30. Угу. Вот, и даже порой не хватает места, уже думаешь, блин, где бы еще взять стулья, столы. Время расширяться. Да, время расширяться уже, угу. Да, есть такое. Есть ли люди, которые разделяют с тобой твой интерес настольных игр, поддержание настольного игрового клуба, угу. Вот, и помогают тебе в его продвижении? Да, такие люди на самом деле есть, их хватает. Хочется, конечно, еще. Отмечу сразу же, вот одна из первых активных участниц нашего клуба. Ее зовут Надя. Надежда, прям так даже знаково, мне кажется, это один из наших заядлых настольщиков в Геленджике. Также есть очень много участников, кто тоже проникается нашей идеи, и буквально этот клуб становится не только моим. То есть я на самом деле уже давно не считаю клуб своим. То есть я не могу сказать, это мой клуб. Это наш клуб. Уже очень много людей, которые вложили свои труды. Это те, кто и взносы нам какие-то отдают на новые настольные игры. Это также люди, кто собирают и красят миниатюры. Это они, то есть карасят те миниатюры, которые у нас потом остаются для настольных игр, для варгеймов. Тем самым они, можно сказать, прокачивают нашу игротеку. Есть люди, кто помогает мне в социальных сетях. И также администрация города пошла нам навстречу. Я не могу это не отметить, это было на самом деле классно. Первые, кто нас поддержали, это был молодежный центр «Пульс». Где и находится сейчас ваш игрок. Да, 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 то есть они нам выдают сейчас помещение для игротек. И они первые, кто буквально прям загорелись идеей. Для них это было все непонятно. Там никто не знал о настольных играх, как мы о них знаем. То есть для них это тоже была монополия, мафия, шахматы, да. Но я им показал образцы, они сделали большие глаза, им все понравилось. И с тех пор мы с ними активно дружим и сотрудничаем. Фу, блин. Короче, так как мы на море, нам жарко. Спасибо моему личному рабу. Эй, Челентано, привет, как там, отдыхается? Нормально. Вот. Сейчас нам принесут свежий джуз в кокосе. Да, точно. Ждем. Просто рабов не хватает. Всего один. А Пахало важнее, в общем. Сейчас я пойду к Челентану, он уже там виноград дожал. Давай скорее. Были какие-то особенные посетители, которые тебе запомнились? Да, и таких на самом деле очень много. Я, в принципе, стараюсь охотиться, так сказать, за качеством, а не за количеством. И очень часто к нам, кто приходит новый участник, игрок, нас удивляет. Я хочу даже отметить, что многие ребята школьного возраста заставляют прям, ну как сказать, успокоиться за их будущее. То есть вот ты на них смотришь, они осваивают настольные игры сами.
причем достаточно сложный. У меня, например, недавно на игротеке мальчик лет, ну, 8, может быть, чуть старше, попросил ярость Дракулы. И сказал, да, что он сам освоит. Правила, не имея экземпляр, то есть он был у нас на складе, так сказать, дома. Он сам посмотрел в интернете какие-то обзоры, какие-то летсплеи, и разыграл успешно партию со своими друзьями, где им все, в принципе, объяснил. Несколько раз они ко мне обращались, но там буквально было в самых спорных таких моментах. То есть вот как один из таких ярких, да, образцов. Также у нас есть парень, ему недавно 8 лет исполнилось, очень крепко стал играть в Берсерк Герои. Причем... Это другой парнишка, если что. Да, да, это абсолютно другой. Ты талантливый, геринджики дети. Более того, он совершенно не конфликтен, вот что меня удивило. С ним играешь, он никак не выходит на конфликт в играх. Пацифист. Где это надо? Даже скучно с ним поиграть. В такие игры думаешь, ну как же тебя вывести из себя? Но при этом Берсерк Герои может начистить шею, в принципе, в 50% случаев это и происходит. И так мирненько, да? Да, и причем это все делается с таким покерфейс. Ну так получилось. Да, я просто выиграл. Бывает. Так что даже не конфликтный игрок вот нашел такую дуэльную игру для себя. Также я бы хотел отметить еще раз нашего самого первого участника, это Надежда. Отметить в том плане, что она для меня идеальный такой козырной туз против тех, кто говорит, что вот, имея маленьких детей, нету ни на что времени больше. Она имеет двух маленьких детей, это сын и дочка, причем им в районе 5 лет. У нее свой дом, хозяйство, и при этом она и работает, и еще при этом она занимается рукоделием, у нее своя мастерская по глине. То есть, несмотря на все это, человек никогда не пропускает игротеки, все время находит время на себя, да, и при этом она отличная мать. И я скажу, что когда мне кто-то говорит, я не могу, у меня ребенок, у меня сразу есть вот пример перед глазами. Пример, что вот человек, у которого все отлично, и при этом находит время и на себя, и идеально. То есть вот. Также у нас есть и брутальные дядьки к нам приходят иногда, которые тоже как образец того, что гик-сфера, гик-культура, она для всех. А не только для, не знаю, каких-нибудь таких, знаете, вот карикатурных, да, гиков. То есть буквально для всех, и именно такие люди, кто идут немножко вразрез с общественным мнением, кто ломает стереотипы, именно такие люди меня восхищают. И я даже отдельно, когда у нас был большой корпоратив, есть такой местный новогодний в клубе, мы там собрались и делали сладкий стол, я сказал такие слова, именно юным нашим участникам, что если бы я был такой, как вы сейчас, то я бы достиг большего. Это действительно радует, что есть такие люди. Вот, они запали как раз мне в душу прям. Не было ли у тебя определенных точек отчаяния, когда хотелось все забросить, что нет, это слишком сложно для меня, слишком много сил уходит на это, денег там, никто не поддерживает, там еще что-то. Вот, было такое? Да, безусловно. И такие было, и несколько раз, я думаю, они еще и будут. Связано это было, ну, наверное, первая такая точка отчаяния была с тем, насколько будет трудно официальным предпринимателям. Ты начинаешь погружаться в ворох новой информации, она трудная и непонятная. Хватаешься за голову, думаешь, о господи, как только люди в этом живут и зарабатывают. Вторая примерно точка отчаяния была из-за того, что ты смотришь, сколько ты тратишь время на развитие, да, а отдачи мало. Ты думаешь, ну блин, этого не ценят, этого никому не надо. Но опять-таки потом осознаешь факт, что просто надо больше рекламироваться, наверное, больше общаться, больше говорить. То есть твои старания будут услышаны, увидены, просто люди не увидели, да. И также был такой мощный момент отчаяния, когда мы вели так называемые добровольные, на самом деле добровольные взносы на игротеках. Некоторые из участников, к сожалению, нас покинули как-то так вскользь, да, так по-английски, оп, и больше не появлялись. Я, конечно, расстроился и сказал всем, что
ребята, главное для меня это то, чтобы вы приходили на игротеки, да, а не то, чтобы вы несли деньги. Если у вас их нету, если вы не готовы, вы можете помогать чем угодно другим, не материально. У нас много работы для развития клуба, для развития группы. Mm-hmm. То есть помощи можно оказать много и не материальной. Плюс я всегда всем говорю, что главное для меня – это игроки. Если никого не будет, то ну, ради кого я это делаю? И вот в такие моменты, вот, когда ты уговариваешь буквально прийти людей на то, что ты считаешь действительно обалденным, думаешь, ну неужто это никому не надо, да? То есть вот в такие моменты я был очень близок к тому, чтобы сказать, да ну все, хватит, буду mm-hmm. сам играть, не знаю. Вроде как новых друзей уже завел и хватит. Но потом я понимаю, что я буду жалеть, если оставлю. Это такой челлендж, его надо пройти до самого конца. Mm-hmm. И либо будет эпичный такой финал, что да, я это сделал, либо будет поражение, но оно будет боевое. То есть ты пытался, ты сделал все, что смог, но вот так вот. Что помогает тебе оставаться на плаву? Грубо говоря, почему ты все это продолжаешь? Почему ты продолжаешь mm-hmm. держать настольный игровой клуб? И также мы упомянем, что сейчас еще появился небольшой магазинчик, да, которым ты заведуешь. Вот мы про него чуть попозже расскажем. Собственно, что тебя поддерживает продолжать все это дело? Ну вот как я уже говорил про то, что участники и взносы, да, я когда думаю о том, чтобы сдаться, ну на самом деле такой мысли прям четко никогда не было, прям все, я сейчас вот все прекращу. Я вспоминаю о том, что участники есть, которые нас ценят, которые ценят наши старания, то, что мы для них делаем, да, то, что мы тратим свои деньги, свое время, на то, чтобы это все было. И я вспоминаю о том, что вот их взносы есть, и я обязан дать на эти взносы то, что я обещал. Это новые настольные игры, например. Да. Я обязан им дать то, ради чего они приходят в клуб, новый вид отдыха, новый вид досуга. То есть нас на самом деле очень много кто все-таки поддерживает и прям болеет за нашу идею. Ради них сдаваться нет просто никакого смысла, да? Вот только ради них. Мы уже упоминали в видео, что у тебя есть своя небольшая точка в Геленджике по продаже настольных игр. Расскажи историю ее появления, потому что я так понимаю, что она появилась у тебя недавно. Да, меньше месяца, как она у нас. И история ее появления, она как бы, знаете, как в сказке немножечко. Mm-hmm. Я подал заявку на конкурс вот у нас в администрации города Геленджика, mm-hmm. где со мной участвовали также другие бизнес-идеи. Вот. Я, конечно, не рассчитывал на какую-то поддержку или даже занять место какое-либо в этом конкурсе, но потом меня известили, что мы отборочный тур успешно преодолели, mm-hmm. и надо бы выступить прям в администрации mm-hmm. и рассказать о своей идее уже мэру и его непосредственным подчиненным. Прям мэру Геленджика. Да, я mm-hmm. очень волновался, заикался больше, чем на этом видео, раз, наверное, в 10. Да, и, честно сказать, прям хотелось в этот момент себя удавить. Ну что ж ты делаешь, как, знаете, вот в передаче про таланты, я говорю нет сам себе. А Гудин такой. Это было прям то ощущение, но в итоге я постарался максимально рассказать и донести пользу для города и пользу для наших гостей. И потом меня обрадовали, что мы заняли третье место. Это сулило небольшой денежный грант. И также нас обрадовали, что кто занял первое, второе и третье место, получает в подарок на 3 месяца торговую точку большую. Неплохо. Да, вы не знали. Мы об этом ничего не знали. Это был полный сюрприз для нас, полной неожиданностью. У некоторых, конечно, бизнес-идеи не совсем подходили под то, что нам выдали. Да? У кого-то это были большие такие студии, у кого-то был робоконструирование целое. Mm-hmm. То есть, а
Когда я увидел, что нам дали, это такой киоск 6 квадратных метров, 2 на 2, там что-то такое. Я сначала немножко расстроился, ну такой маленький, что тут будет делать. А потом думаю, стоп, с чего-то же надо начинать. Тем более, это подарок, на самом деле, о котором нас не предупреждали. И потом, да нет, это отличный шанс, чтобы начать. В итоге оформил, сделал, как я примерно это увидел. Благо у меня уже было оборудование какое-то накоплено дома. Стеллажи я уже закупил заранее. И была неплохая такая коллекция на складе именно, именно для точки. То есть вот как-то начали потихоньку и, дай бог, уже работаем неплохо. Я там даже сделал для завлечения небольшую такую... хобби-часть, где я собираю миниатюрки, крашу, и этим самым даже очень много людей к нам подходит, спрашивают, а что вы тут делаете? А что это у вас такое? Я им рассказываю с охотой, что это вот варгеймы, вы знаете, это, а это настольные игры. И люди делают такие удивительные глаза. Я понимаю, что в этот момент я немножко прокачал их, что теперь чуть-чуть больше людей знают о мире настольных игр. И может быть они ничего в этот момент не купят, но в целом они уже немножечко открылись этому миру. А дальше, кто знает, год-два, и у них уже коллекция в 10-20 игр будет. Насколько у тебя в клубе ребята активно играют в Wargame, в том числе и Warhammer 40 000 и Age of Sigmar? Первое, с чего я начал продвижение варгеймов, это самого себя. Потому что как ты можешь двигать варгеймы, будучи незнаком с ними и не играя, да, в них? Вот. Ну, прочитал некоторый лор, бэк, да, некоторые видео глянул обширные о том, что это вообще такое. Потому что если ты хочешь этим заниматься как-нибудь, то ты должен быть хотя бы быть каким-то специалистом. Вот. И благо у нас нашлись в клубе те, кто помог мне освоиться. Участники были уже, так сказать, подкованы в этой теме. Объясняли, делимся опытом. Именно вот об этом я говорю, что участники помогают и мне, и клубу, да. И недолго думая, мы купили пару стартеров Вархаммера, собрали, склеили миниатюры, может быть, даже и выкрасим их все. Вот. И осваиваем потихоньку эти два мира. Также у нас и добавились два таких мощных, опытных участника с большой коллекцией миниатюр. Так выяснилось, что они вот именно были в андеграунде, да? И потом они узнали о клубе, увидели фотографии, что мы играем в варгеймы. Изъявили желание принять самое активное участие и поделиться опытом. И дальше потихоньку стали люди закупать себе армии уже. То есть у нас уже есть и некроны, кто-то собирает орки. Есть даже хауситы у нас. Да, да, самые разные. Вот я стараюсь соблюдать нейтралитет, не вставать на чью-то сторону. Вот. Но, например, в Age of Sigmar мне понравились Найтхаунты. Регулярно, раз в месяц, это минимум, мы делаем игротеку по варгейму, где у нас эти стартеры, где обучающие миссии. Мы рассказываем, показываем, что и как. Также у нас есть день хобби обязательный, где можно собрать, покрасить, освоить это хобби, да, очень интересное. Причем некоторые хотят именно хобби часть, но не игровую. А кому-то интересно просто поиграть. А хобби, ладно, бог с ним, будем играть серыми. Вот, да. Серыми страшно. Да. Также я должен все-таки упомянуть, что мы и развиваем отечественный варгейм. Ну, насколько я могу, я стараюсь поддерживать отечественных производителей всегда. И вот также наши варгеймы компании Технолог, их порядка 7 или больше, могу ошибаться, тут уже фанаты есть такие, что мои знания легко опровергнут, да, да. Вот. И тоже стараемся брать их наборы, тоже их собираем, мы красим, вот, и обучаем играть. Достаточно весело и интересно. Потому что там есть так называемая реальная стрельба, и она очень завлекает, такая она прям фановая, забавная. Вот, чего, может быть, не хватает в Вархаммере, но у Вархаммера, безусловно, свой шарм. Это пусть миниатюрки и меньше, но их детализация, и, безусловно, это расширяющаяся игровая вселенная, постоянно обновляющаяся вот это вот все. То есть она живет, эта игра живая.
И мы будем стараться и дальше это развивать, и также будем другие варгеймы добавлять, в частности и Infinity. Также мы будем обязательно добавлять и еще Malifaux, осваивать, да, хотя там все на английском, насколько я знаю. Ну, будем фанатскими, пользоваться какими-то переводами. И по чуть-чуть также добавлять другие варгеймы, потому что их на самом деле уже на рынке огромное количество. Есть ли люди, которых вдохновила твоя деятельность? Не могу, конечно, утверждать за людей, да, но я предположу, что да, есть. Вот у меня в клубе, например, пара достаточно уже, ну, моих лет, люди, Вероника и Борис Юрченко, они открыли не так давно свое кафе «Люмин». В честь группы. Да. Ну, они сказали, это и в честь группы, и в честь света, и вообще очень такая у них там задумка. И у них там прям отдел настольных игр, которых можно взять и поиграть, и, я так понял, и можно взять себе новые экземпляры домой, купить. Вот. И мне хочется верить, что немножечко я повлиял на становление их идеи. Также у нас очень много юных участников, которых так или иначе мы сподвигли на то, чтобы больше углубиться в мир этот, настольных игр. Это и люди, которые стали интересоваться и варгеймами прям настолько, что вот видишь, он уже хочет свою армию, но просто так как он еще совсем юн и не имеет своего заработка, да, он еще не может себе этого позволить. Вот. Но я уже думаю, что так, все, в будущем будет на одну армию больше однозначно. Вань, у меня осталось несколько вопросов к тебе, таких уже более персональных, более личных. И вопрос следующий. Какие твои любимые настольные игры? Было достаточно трудно выделить, на самом деле, своего многообразия конкретную любимую игру. Но из последних все-таки прям выбилась эта «Монстробойня». Игра, насыщенная отсылками к фильмам, к сериалам. Также хочу отметить игру «Войны Ктулху», потому что я фанат Говарда Лавкрафта, не буду скрывать этого, да. Также потому что миниатюрки большие, но это никто не скрывает об этой игре. Вот, ну... И помимо того, она еще и классная, и играется довольно-таки быстро, несмотря на размер, да, и при этом несложная, но сложно выиграть. То есть освоить несложно играть, но сложно выиграть. Вот. Ну и из таких еще бы я хотел отметить, из настольных ролевых игр, мне понравилась Deadlands, это Savage World, как бы. Основа, а это уже мир. Deadlands, такой дикий запад. Вот. И из варгеймов я бы хотел отметить Warhammer 40 тысяч, на самом деле, несмотря на то, что я фанат именно отечественного технолога, но я буду честен, да, мне понравилось очень 40 тысяч, потому что это очень детальный мир, я как уже говорил ранее, меня прям это восхищает, что он живет и развивается прямо сейчас. Книги, игры. Не хотелось ли тебе, вот как человеку, у которого уже в игротеке есть более 150 игр, не хотелось ли сделать свою настольную игру? Такая идея, на самом деле, меня посещала еще до настольного клуба. Это было в детстве. Я хотел сделать игру, такую, знаете, бродилку-шагалку, да? Ну, как ее еще называют, Киндвинь, в сеттинге Битлджус. Да, мне очень нравится этот мультик, и в детстве он был один из любимых. Даже взял он ватман, пытался что-то там нарисовать, подземный мир и прочее там всякое. Сколько тебе было лет, когда ты пытался? Ну, да так и не вспомнить, ну где-то младшие классы. Да, я бы, может быть, даже взялся за эту идею, но уже будучи взрослым, я знаю, что авторские права и прочее, и да, как-то... Ну, можно сделать, так сказать, домашнюю, уникальную, одну версию. Да. Да, да. Когда мы были у Вани в магазине, у него есть прям отдельный такой небольшой столик, где есть большая такая папка, где написано и указано, как играть в такие древние старые настольные игры. Мы, собственно, полистали. На самом деле, я была под большим впечатлением от этого количества. Я не могла представить, что игр настолько много, вот таких вот именно старых, откуда-то пришедших к нам из очень далеких времен. Так что я, на самом деле, очень сильно впечатлилась, потому что я знала максимум там про тавлеи и, ну, еще про какие-то такие игры, типа шахмат, но оказывается их гораздо больше, и реально здорово, что ты этим увлекаешься и несешь эту информацию в массы.
Вот, потому что, насколько я помню, у тебя и были и посты в группе про это. Да, я регулярно стараюсь делать познавательные посты, да, про древние настольные игры. Я сразу скажу, что я себе авторство не выдаю, да. Это посты все, я эту информацию нахожу в интернете, но с авторами я обязательно связываюсь, уточняю, можно ли опубликовать. Если я не вижу, с кем мне можно связаться, то я указываю ссылочку, где я взял эту информацию, потому что, ну, надо быть честным, да, потому что люди постарались и взять, скопировать, это не дело, да, это их не труд, вот. И на самом деле, да, игр очень много, как ты могла отметить. И более того, в той папочке находятся такие быстрые игры на минут, ну, максимум 25, вот так, 40. На самом деле, их, конечно же, больше, играть в них можно дольше. Я хотел бы собрать коллекцию, не знаю, ну, 100 игр, что-то было, красивая, да. Красивая цифра такая большая. Ну, мне нравится такое вот немножко округление, да, в больших цифрах. Я раскрою маленький секрет, на самом деле я тут на отдыхе вместе со своими друзьями, и, собственно, Ваня любезно предоставил нам жилище, вот, и он решил нас погрузить в мир Лавкрафта, как он уже говорил, он его очень любит, и несколько вечеров подряд мы провели за игрой «Тайна Аркхема». И Ваня, будучи большим фанатом, немножко модифицировал эту игру и добавил туда больше материальных компонентов. Поэтому, Вань, я тебя, наверное, попрошу об этом поподробнее рассказать, на самом деле, потому что игр у тебя пока что, ну, пока что, я думаю, своих нету, может быть, они, наверное, еще появятся, но вот какие-то дополнения к играм ты уже самостоятельно делаешь, поэтому расскажи об этом, пожалуйста. Ну вот, в частности, о «Тайнах Аркхема». Мне эта игра очень понравилась, но у нее сразу же такой выскался большой минус, она одноразовая, да, по факту, то есть, если ты в нее поиграл, ну, тебе не будет интереса играть в нее еще раз, да, там, в те сценарии, что ты уже изучил. И я решил, что если так, то, значит, партия в «Тайна Аркхема» должна быть действительно классной, действительно обалденной, запоминающейся. Сначала все упиралось в то, что так, выключаем свет, зажигаем свечи, уже атмосфера. Музыку какую-нибудь из фильмов ужасов, но только чтобы не резкую, а такую вот нагнетающую. Уже неплохо. Потом я подумал, стоп, вот в этих тайнах, в этих детективных расследованиях есть какие-то улики, есть какие-то вещи, да, которые находят сыщики. Ну стоп, так я могу их оживить и принести в реальный мир. Я такой сделать игру, квест уже, где выдается улика с какой-то подсказкой на ней, и человек должен сам уже догадаться. И вот, например, я бы хотел показать вам в одном из... Это, кстати, не спойлер. Если кто-то играл, то он поймет, да, для чего. Если кто-то не играл, то, я думаю, это не спойлер, никаких ожиданий. Например, в одном из изделий есть яд. Я вот сделал вот такой забавный пузыречек яда, который даже пахнет, как заявлено в книге, в том самом расследовании. Ого. Да. Или, например, я вот так же, вот, например, у нас есть бутылочка Ноктюрна. Ну, кто играет, знал, кто еще не играет, не буду рассказывать. Вот, сам сделал. Плюс какие-то улики, вот их показывать не буду, это какие-то фотографии, записки, их очень легко оживить, состарить, дать им какие-то там эффекты, да, дополнительно, что они оцерели или были там испачканы кровью якобы. Вот это все легко оживляется, плюс добавляются такие вот объекты, и игра просто приобретает неповторимый вид. А если добавить еще какие-нибудь свечи такие, знаете, расписанные в стиле Лавкрафта, или обычные хотя бы, ну, как-то их немножечко украсить, то игра приобретает совершенно фантастический вид, и хочется на самом деле погрузиться полностью в нее, отвлечься от всех вот сторонних вещей, буквально прям как будто ты в театр ушел, и все. И я взял на себя такую должность как бы мастера игры. Книга находится все время у меня, я уже участников ввожу по этому миру. И поэтому они полностью в игровом, так сказать, в игровой среде не отвлекаются на нюансы. Я им уже подсказываю, где что, как, какие-то там
сложности, а они просто занимаются игрой. Это обалденно. Угу. Именно так бы я и хотел сам поиграть, но, к сожалению, мне самому нужно было в нее поиграть одному. Угу. И... Но я испытываю колоссальное удовольствие вводить ее и наблюдать за реакцией людей, когда они находят какую-то новую улику, когда они там встречаются с какой-то опасностью. Я прям получаю еще больше удовольствия, чем я сам в нее играл. И, конечно, хочется отметить, что вот Hobby World добавили озвучку в сетуплении, там, mm-hmm. развязок. Это еще больше добавляет вот того шарма. И в такие игры прям играть нужно отвлечься от всего. Mm-hmm. И тогда она прям заходит. Я бы хотел так еще прокачать игры, такие как Агентство Время, mm-hmm. например, да. Шерлок, насколько я знаю, игра тоже похожа. И, кстати, создатель Тайны Аркхэма, насколько мне известно, вдохнулся именно Шерлоком. Вот, и захотел такой сеттинг сделать. То есть вот такие одноразовые игры я стараюсь оживлять. И они у нас в клубе уже недоступны для игры, потому что для них нужна атмосфера, да, как mm-hmm. я еще рассказал. Они у нас уже на таком коммерческом формате mm-hmm. выездной игротеки, где люди, ну, как бы обращаются к нам, что Иван, вы не могли бы нам сделать там одно дело, да, расследовать. Помочь. Я выезжаю, у меня даже такой чемоданчик с Atari. Я его еще обклею каким-нибудь там Eastmont, Arkham, что-нибудь еще. Вот. И я думаю, это действительно классная альтернатива, как в эти игры можно играть. И я рекомендую всем попробовать. Тоже, если у вас есть экземплярчик такой одноразовой игры, да, это может быть какая-то другая игра. Немножко оживить ее и попробовать с кем-то ее поводить. И, наверное, такой... Даже не вопрос тебе на финал, а, скажем так, советы. Советы mm-hmm. от тебя тем ребятам, которые хотят начать свой бизнес в сфере настольных игр. Что ты можешь им посоветовать? Не унывайте. Это главное, что я посоветую. Второе, никогда не стесняйтесь искать помощи и обращаться за ней. Все мы гордые, все мы самые классные. Но пока ты не заявишься, пока ты не начнешь делать сам и искать, да, какой-то никто тебе не будет идти на встречу. Поэтому не стесняйтесь никогда звать на помощь, искать ее. Вот, например, как нам помогают, да, и издательства, и авторы сторонние. Я на самом деле очень ценю их помощь, и постоянно у меня даже нет слов выразить, когда они обращаются к нам. Также я не стесняюсь обращаться за помощью в администрации, к различным предприятиям, руководством, да, потому что все эти люди, может быть, и не понимают то, что я пытаюсь объяснить первые 5 минут, но им начинает нравиться. Mm-hmm. Я стараюсь им дать понять, что это на самом деле идея, которая продиктована не просто желанием зарабатывать большие деньги и все, а это идея для людей. И если вы действительно готовы жить этой идеей, если вы действительно любите настольные игры, то надо как-то себя преодолеть будет во многом. И если эта идея действительно сильна у вас, то она выльется во что-то материальное. Я это верю. Вот такой у нас и сегодня был формат. Я тоже себя пробовала в формате интервью. Так что, Ваня, спасибо тебе огромное за то, что побеседовал со мной, поотвечал на мои каверзные вопросы. Вот, надеюсь, тебе тоже было интересно. Да, безусловно. Вот, так что, ребят, пишите в комментариях, как в интервью, собственно... Я тоже буду рад увидеть. Да, собственно, если у вас есть какие-то вопросы лично Ване, тоже пишите, я думаю, он с удовольствием тоже на них ответит. Да. Вот, также мы оставим ссылочку на его группу ВКонтакте, которая посвящена его настольно-игровому клубу. Собственно, я очень рекомендую, на самом деле, зайти в нее, подписаться, потому что там много интересных постов, которые я сама с большим удовольствием читаю, мне правда интересно. Так что, ребят, ждем ваших отзывов, с вами была Маша. И Ваня. И всем пока.